улица Никольская, ботаническая, 31. 12-этажный кирпичный дом 1975 года постройки. В здании одно парадное, вход в которое поддерживается в удовлетворительном состоянии, установлен домофон. Есть места для парковки автомобилей. При въезде во двор установлен шлагбаум. В соседнем доме кофейня. Рядом продуктовый магазин, институт психологии, стоматология. Через дорогу ботанический сад имени академика Фомина. Станция метро «Университет» в нескольких минутах ходьбы. Дом в удовлетворительном состоянии.